Так, выбираем противника. Автобус-монстр? Нифига себе, подождите, алло. Какие у него крутые тачки. Ладно, давай. На тебе, офигеть. А как я так сам себя-то ударил? Обо что я ударился-то? Покажите, расскажите мне. Что-то я не заметил. Вот эта тачка, вот это монстр. А, он стреляет, слушай, или что, я не понял. Так, а ну-ка. Вообще какой-то... тут вон мячик вылетает. Батюшки свет. А как я взорвался? Что-то я не понял. Что-то я не понял, давайте переиграем. Какого-то противника мне дались мощного. Реактивный кулак, каток. И... А, ну давай. Ладно. Аттракцион ужасов. Есть. Так. Что ж делать? Давай наверх. Опа. Тихо, тихо. Реактивный кулак. Ударили один раз. И сейчас второй раз получится. Получится или нет? Опа. А чё у меня уже здоровья так мало? Щелкнули. Да, ребята. Так, ну давай, каточек, каточек, каточек. Давай, есть. Щелкнули. И еще раз тебя попробуем. Нет? Хитрый. Хитрый какой, смотри, что творит, а? Что творит? Ну. Ах ты, ё-моё. На. Так, внезапная смерть. Ага. Ну ладно, подождем сейчас. Отъедем вниз. Ну, готово. Щелкнули мы его. Мы его, ребята, щелкнули. Все. Победа. Так, а ты спускается вниз. Ну ладно, давай. Ты там сейчас тебя взорвет. Опа, попал. Смотри, как он хорошо. Под крутилочку. Мы просто стояли. Опа. На. Есть удар. Еще второй удар. Так, а как так? У меня уже здоровье мигает. Опа. Разгон. Давай, разгон, разгон, разгон. Опа. Нифига. Нифига меня ты плитой задавила. 2-2. О, нет, два катка. Два катка, ребята, соревнуются. О, я сейчас взорвусь. Я застрял там. Мне голова застряла просто-напросто. Как-то так. Все, время пошло. Так, что это за уровень странный? Так, сюда вперед, правильно? Нет, нифига. А как тогда назад? Ладно. Назад, теперь вперед. Да у меня не получается назад ехать. Тут нету кнопки назад. Вот кнопка назад, он останавливается. Почему назад-то не едет? Ладно, давай тогда так своим ходом. Ага. Ну давай еще взрываться будем. Так. Вроде бы получается. Есть, проехали мы это ужасное место. Кувырок. Еще раз кувырок. Только я дольше кувыркаюсь, чем мне секунды эти засчитываются. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял. Крутилочку эту. Проехали. Есть. Это что такое? Это что здесь будет? А, вот оно двигается. Есть. Победа. Так, а здесь что у нас здесь? Ага, такая же система. Ох ты, нифига себе. О, меня придавило. Капец. Придавило и все. Что ты будешь делать? Может быть, вы меня вытолкаете в победе туда на финишку? Не, нифига. Фиг они меня вытолкнут, конечно. Так, вперед. Назад. Вперед, быстрее. Есть. Успели.
И сейчас динамит будет взрываться. Да, так я и думал. О! Фига, там мясорубка какая. Серьезно, что ли, ребята? Вы хотите меня на мясорубке прокатать? Опа! Что это было? Я вообще не понял. Так, смотри. Поехали! Успеем? Да! Получилось! Победа! Вот такая у нас машинка. Голова тиранозавра какой-то. Какого-то тиранозавра голова. Сейчас посмотрим, как мы на ней будем вообще ехать. Нормально она едет или нет. Вот, тут рейный билетик мы взяли. Так, а сколько мы там уже сожрали? 8500 мы сожрали. Надо 8500. Ого! Что, серьезно что ли? 8000 нам нужно убить зомбаков. 8000 зомбаков, тогда нам дадут еще 200 монет. Ладненько, ладненько. Так, вторая база. Так, кувырок. Так, столько много тут зомбаков бегает. Есть лотерейный билетик. Ой-ой-ой, на одном колесе мы практически едем. Нормально, нам быстро зато едем. Кстати, у нас пистолетики стоят. Они хорошо стреляют. О, отлично, смотри. У нас супер ускорение пошло. Так, кувыркнемся? Нет, 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 не успеем. Не успеем кувыркнуться. Так, все. Третья база. Здесь сделаем кувырочек. Так, лотерейный билетик возьмем, нет? Есть! Лотерейный билетик. Взяли. Опа, главное тут не перевернуться. Хорошо вот так вот. Назад будем. Фронт-флип. Опа! Все, летим, летим, летим на большой скорости. Ну, давай назад сделаем. Вот, отлично, отлично. Охо-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 хо. Не получилось у нас приземлиться нормально. Потому что я много делаю флипов. Флипиков хочется побольше сделать. Но мешают нам зомбари. Все, теперь ускорение у меня включилось хорошее. Главное тут не перевернуться нигде. Так, четвертая база. Отлично. О, жирненького. Есть, 20 зомби мы убили. 20 зомби. Вот этих больших 20 зомбаков мы убили, ребята. И нам дают за это монеты. Ох ты! Чуть-чуть мы не доехали. Ну ладно. Так, ну что ж, давайте Бертаника щелкнем. На! Так, у него жизнь еще осталась там. Когда мы его отщелкаем полностью, тогда, конечно. О, прыгалка, прыгалка. Офигеть, приклипер. Нажмите и поймайте. Ага, поймать надо. А кого там поймать? А, вот эту приклипер, вот она бегает, смотри. А как себя поймать? Убежала, приклиперка. Надо было ее поймать, но не получилось. Ну не получилось, ладно. Ничего страшного. О! Так, еще, еще, еще. Давай, давай. Вот, приклиперка, есть. Блин, бочка вонючая. Откуда ты взялась? Ты мне нафиг не нужна была. Это бочка. Зачем мне бочка, ребята? Я хотел на прыгалке попрыгать. Ох, 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 перчатка, перчатка. Давай, может, дойдем до перчатки? Есть, еще немножко. Давай, перчатка, есть. Получилось. Отщелкали максимальное количество мы желейных мишек. Опять приклиперка. Опа. Прыгаем. А он что, нам деньги бросает, что ли? Я не понял. Ах, убежала, убежала. Ой, чуть-чуть нам не хватило. О, доктор Червегедон. Ты теперь можешь купить и улучшить этого железного мишку в магазине. Давайте этого доктора купим. А сколько он, интересно, стоит? Сейчас зайдем в магазин, посмотрим. Где этот доктор? Так. Вот он, доктор. Он стоит 1 250 000. Нормально вообще.
разбей бутылку, и червяк, их питомец, поможет тебе нырнуть под землю и забрать спрятанные сокровища. Ой, какая крутая штука. 1 250 000 стоит. Ну, будем копить. Будем копить, конечно же. Вот, мы Бертаника щелкнули. Так, нам за это дали звездочку. Не знаю, что там за звездочки будут, конечно. Ну, наверное, деньги. А ну-ка, сколько у нас тут? О, нет-нет-нет, полицейский. Ах, разбили. О, прыгалка. Раз. Ой, взорвалась прыгалка. Так жалко. Не попрыгал я на прыгалке. О, так, пиньята мне вообще-то мне не нужна здесь. Так, и, о, этот дядька деньги нес. Но мы его не взяли. О, давай, ракетка. Ой, пожалуйста, перчатка. Фух, Гэндальф бегает здесь. Бочки, 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 ребята. Сейчас выстрелим. Так, а ну-ка, о, скоро мы дойдем до финиша. О, ну ладно, столько пробежали. Да, пинята, пинята мы не смотрим. О, балдибилдинг открыт. Теперь можешь тренироваться в магазине. И новый противник. Теперь ты можешь бросить вызов шоколадному зайцу. Если, конечно, у тебя хватит денег, чтобы вызвать его на ринг. Он денег стоит, шоколадный заяц. Так, ну что, ребята, попробуем еще раз. Давайте выберем новый танк. Вот этот, Легион. Поехали. Попробуем на Легионе. Так, как... Так, вот у нас такими стреляют, да? Давай повыше сделаем. Я не знаю, как. Вообще нормально, нет? Сейчас подождем, когда подъедут танки. Надо мне пониже сделать, вот так вот. Либо чуть-чуть повыше. Так, тут сейчас самые маленькие будут танки. Вот они пошли. Ох ты, ё-моё, смотри, как он выбежал. Гад, а? На, получай. Держи подарки. А дядюшки Сэма. Ох-о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 х. На-на-на-на-на-на-на. Получают все-таки. Звездюлей я получаю от них. Так, все, никого нету больше. Да, ребята, вроде бы все. А, нет, едут, едут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте я уже максималочку включаю, чтоб никто ко мне не подъехал. Есть. Вот это неплохое место здесь вроде бы. Сколько там вас еще будет танков-то? Все? Все танки? Хорошо, хорошо. Смотрим дальше. Тихо, 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 тихо. О, огнеметики, огнеметики. Огнеметики, ребята. Это они вообще... Серьезно они? Собрались на меня на огнеметиках. Тут надо кучу волн пройти, не знаю, получится или нет, хотя навряд ли. Но хотя бы 3 волны пройти. Они меня прям жалят. Жалят, то есть я хотел сказать. Так, все, нету, да, никого? Сейчас пойдут другие. Какие-то... А-а-а, титаны, титаны, ребята, пошли, титаны. Титанчики, титанчики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, сейчас попробуем титанов уничтожить. Вроде бы неплохо. Мы с вами стреляем. Все, да, готовы, да, титаны? Да, титанов мы уничтожили. Кто там у нас еще пойдет против нас? А, вот эти вот ребятушки. Да. Надо здесь как-то встать нам. Аккуратно. Ё-моё. Не-не-не-не-не-не-не. Так дело не пойдет. Встанем здесь. Стоять будем. Нет, они меня прям попадают. Смотри, а. Вообще нормально, да?
Так, вот еще едете, да? Сколько у вас там? Два танка, да? Два танка вроде бы. Вот, свеженький приехал. Еще один, да сколько у вас там, ребята? Я что-то не подписывался под такое. Смотри. Так, давайте пониже сделаем. Пониже. Да, вот так вот будем низко стрелять. Все. Хоть они меня попадают, но я их тоже бью. Все, четвертая волна. Кто там у меня на четвертой волне будет? Автоматчики, что ли? Точно, ребята, автоматчики, ё-моё! Ах, уничтожили меня. Да, зачем же я так рядом стоял-то, чтобы они меня уничтожили, что ли? Офигеть.